Lego Basic – это программное обеспечение, разработано специально для интерактивного оборудования и находится в реестре российских программ. С помощью Lego Basic вы можете редактировать главное меню, создавать страницы и подстраницы, загружать картинки и видео, открывать PDF, прайсы и другие файлы. Программное обеспечение можно индивидуализировать под каждого клиента благодаря оформлению главной страницы, размещению логотипа клиента, выбор любого фона, цвет, градиент, паттерн или фото, различные варианты кнопок с картинками или фотографиями, шрифт и цвет текста. Подробнее расскажем на примере кейса Учкуевка, Севастополь. Заглавный экран состоит из рекламного блока и кнопок меню. Мы подобрали фон морского цвета и использовали нестандартный формат кнопок, дополнив их картинками в тематике отдыха. Lego Basic – это конструктор, который состоит из неограниченного количества шаблонных страниц, категорий и подкатегорий. Так, кликнув по кнопке «Развлечения», мы попадаем на еще одну страницу меню. В ПО «Учкуевка» добавлен модуль «Живая картина». Отрисованная 2D-карта с точками интересов на ней позволяет подробно и наглядно рассказать о том, что находится в парке. Дополнительные возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Модуль разработан согласно ГОСТу и включает в себя возможность опустить экран ниже. Форму обратной связи. Изменение шрифта и фона. Экраны и лупу.